Друзья, приветствую! Я записал для вас обучающий видеокурс, который назвал «Типичные ошибки начинающих гитаристов и как их избежать». Я обратил внимание на то, что есть тенденция, у некоторых присутствует ментальная установка начинающих гитаристов, что вначале я сам научусь играть на гитаре, хотя бы освою несколько аккордов, а потом уже найму репетиторы и, возможно, буду двигаться дальше. На самом деле это ошибочное представление, как раз таки нужно поступать наоборот. Вначале позаниматься с репетитором для того, чтобы правильно выставить аппарат, левую и правую руки, и позже уже можно заниматься самостоятельно и выходить на новый уровень. Но я понимаю, что не у всех есть время, не у всех есть возможность заниматься с репетитором на постоянной основе, поэтому, чтобы хоть как-то помочь своим зрителям, подписчикам, я записал этот обучающий видеокурс, в котором подробно разобрал 20 наиболее типичных, самых распространенных ошибок у начинающих гитаристов. Все эти ошибки я списал со своих реальных студентов, со своих учеников, и по каждой ошибке записал отдельный видеоурок, где подробно разжевал, показал, в чем заключается эта ошибка, как ее нивелировать, если она уже присутствует, как ее предотвратить для того, чтобы потом она не мешала вам технически развиваться дальше. Поэтому, если вы хотите со спокойной совестью, со спокойной душой качественно научиться играть на гитаре, чтобы не было критических ошибок, которые потом невозможно исправить и которые потом отражаются и на качестве игры на гитаре, и на технических ваших способностях, рекомендую пройти этот обучающий видеокурс, и вы будете знать, как не нужно поступать для того, чтобы криво, косо играть на гитаре. Вся информация находится на страничке под этим видео, поэтому познакомьтесь, приобретайте этот видеокурс, обучайтесь и совершенствуйте ваше мастерство в игре на гитаре. Увидимся на уроках видеокурса. Пока!